Туристическая отрасль постепенно выходит из кризиса, говорят ательеры. Пандемия коронавируса отразилась на спросе, но сейчас ситуация меняется. Например, в минувшие выходные гостиницы региона были практически полностью заполнены. Особенно востребованы загородные отели. Весь загородный сегмент, это база отдыха, гостиничные комплексы, они, конечно, полностью заполнены. И, насколько позволяют отзывы коллег судить, я так понимаю, что загрузка планируется до октября. И жаловаться на загрузку не приходится. Региону есть что предложить туристам. С начала августа реализуется проект «Открытая Самара». Он включает 5 различных вариантов отдыха. Можно наслаждаться волжскими просторами, попробовать местную кухню, узнать историю края. Также в Самарской области действует программа стимулирования внутреннего туризма. То есть, купив тур в наш регион, можно получить кэшбэк. В зависимости от срока и стоимости отдыха, выплата может составить от 5 до 15 тысяч рублей. Первая волна этой программы, она продлится всего лишь неделю, с 21 по 28 августа, и мы уверены, что наши объекты, объекты Самарской области и в целом специальные программы по Самарской области, они будут популярны у туристов. Безопасность проживания туристов для отелей сейчас в приоритете. Персонал соблюдает масочный режим, помещения обрабатывают специальными средствами. Мы измеряем температуру всем сотрудникам не менее 2 раз в сутки. Это при входе на работу и выходе на работу. В общественных зонах производится дезинфекция всех контактных поверхностей после каждого гостя и не менее 1 раза в 2 часа. Продвижение внутреннего туризма – одна из составляющих стратегии лидерства региона. Программный документ разработан по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. Власти подготовили меры поддержки туристической сферы. В частности, снижена ставка по упрощенной системе налогообложения для туроператоров и гостиниц. Лариса Шлафаст, «События».